Наши сани едут сами. Спорт равных возможностей. Всего 76 различных программ сегодня реализуются в нашем регионе. Все физкультурно-оздоровительной направленности. Как отмечают в Центре адаптивного спорта Югры, каждый вид спорта позволяет проходить нужную реабилитацию. Пример – проект «Мама плюс ребенок». Это авторская программа, которая позволяет заводить воду деток с различными заболеваниями. С ними в воду заходит мама, и эффект реализации этих программ просто колоссальный, потому что ребенок очень быстро адаптируется, и с мамой он быстрее овладевает теми или иными навыками. Сегодня в Нефтеюганске работают 5 таких программ. Физкультурно-оздоровительные виды, боча, гимнастика для взрослых, 2 вида плавания. Среди терапевтических направлений – лыжи мечты, ролики. Эти занятия могут посещать жители с ментальными и интеллектуальными нарушениями, а также инвалиды по зрению, слуху и с поражением опорно-двигательного аппарата. Приходите, мы с вами вместе делаем одно дело, поэтому я думаю, что плечом к плечу мы справимся, и, как уже было сказано, откроется у нас группа и слэш-хоккея, и остальных направлений. Я думаю, что 5 программ, которые сейчас развиваются, они у нас развиваются хорошо, и мы будем идти дальше и вперед. Поэтому, уважаемые зрители, запомните одно, что наши двери открыты. Отметим, нефтеюганцев с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, более 150 человек. Для всех предусмотрены свои программы. Помимо этого, на выбор жителям предлагают еще и легкую атлетику, теннис и пауэрлифтинг. Чтобы стать частью большой команды любителей здорового образа жизни, достаточно просто прийти в спортивный центр. Адаптивные направления уже несколько лет активно развивает «Жемчужина Югры». Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».